Отличная новость. Я сегодня за обедом вспомнила, что сегодня, вернее, вчера, 9 августа, была премьера мультика «Ниндзя-черепашки». А я вообще очень такой профессионал. Я профессионал по мультикам. Я обожаю, всю свою жизнь обожаю мультики. И вот когда я была в воскресенье в Париже и видела афишу премьеры мультика «Ниндзя-черепашки». Премьера фильма «Ниндзя-черепашки». Обязательно пойду 9 августа во всех кинотеатрах страны. Я сказала, я обязательно пойду. Так что сегодня... Сейчас я пока на работе, через пару часиков, сейчас почти 3:30, а фильм начинается в 6 с копейками, там что-то. Сейчас быстренько доработаю работу и поеду смотреть «Ниндзя-черепашек». Поедем вместе в кинотеатр, я вам покажу и кинотеатр, и мультик, и эмоции свои, и скажу, как, насколько мне понравился мультяшка. Я вообще помню, в детстве, в юности обожала «Ниндзя-черепашек», пицца и все же с этим связано.